你会吗用你死我耶稣那три молитвы он дал три ответа для каждой женщины ответ был свой одной досталось много света другой чуть меньше третий ничего Господь мой как же так мне непонятно ты на молитву третьей промолчал любовь не может быть лицеприятной ты Бог любви и ты не отвечал Иисус открыл мне то что тайна была когда молилась первая душа я должен был умножить ее силы чтобы она могла свой путь совершать должны окрепнуть крылья ее веры чтобы взлететь могла она под небеса не нужно рядом быть с душою первой с ней долго говорить смотреть в глаза душе второй еще нужна опора но вера этой женщины сильна достаточно ей любящего взора я знаю что поймет меня она но иногда гнетет ее сомнения когда услышит грозный бури шум и ей необходимо подкрепление к душе второй на помощь я спешу а третья много лет мы с ней знакомы преграды никакой между нами нет и дом ее давно моим стал домом оно все цело доверяет мне душа прошла через испытаний школу я труд любой доверить ей могу я провожу ее путем тяжелым я с ней бываю мягок и суров она теперь нисколько не смутится и в час нелегкий духом не падет но будет верить верить и молиться ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та третья знает, что я с ней буду, до вечной цели доведу ее. И как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов, несет благословение она и тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится не верить досполна. И ты доверься мне, сказал Спаситель, когда я говорю, когда молчу. О мой Господь, мой пастырь и учитель, я поняла, я третьим быть хочу. Молились женщины, одна, вторая. Третья. Аминь.